Автомобильный мост, который идет через Нару по улице Оборонной, в 2016 году признали аварийным. Чтобы не допустить человеческих жертв, пришлось принять кардинальные меры. И на время реконструкции движение по нему перекрыть. Нагрузка на другие транспортные артерии в этом районе, соответственно, возросла. Снизить ее позволил ремонт дорог-дублеров. Одна из них пролегает по улице Тульской. Участок Тульской от улицы Обороны до Володарского долгое время был заброшен. По словам местных жителей, последний раз ее ремонтировали в начале 70-х, а после содержанием не занимались. Но в этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева на возрождение дороги выделили необходимые деньги. Улица Тульская, она позволяет соединить улицу Береговую, то есть можно с Ивановских двориков, по сути, через Береговую проехать к мосту или по улице Тульской, далее проследовать в центр города до улицы Советской. То есть она значительно разгружает центральные улицы. Мы посчитали, что эта улица может существенно разгрузить движение на земляном мосту. Поэтому и на земляном мосту, и на Московском шоссе. Укладка нового асфальта завершена, дорожные знаки установлены. Сейчас по Тульской устремился поток машин. Автомобилистам стоит обратить внимание, что движение здесь одностороннее – от улицы Обороны до Володарского. Также для разгрузки трафика в этом сезоне отремонтировали еще три дороги – Карла Маркса, Пролетарскую и Сицинобивную.